А я тут сегодня между делом поправил прошивочку. В общем, у меня появилось изменение направления вращения, то есть конкретно в этом меню могу изменять скорость, как мне надо. Пока по 1000 надо при удержании кнопки сделать, чтобы по 1000 перещелкивалось, а просто при нажатии по сотне. Не знаю, зачем так точно, но почему нет. Вот, соответственно, ускорение, точно так же, как со скоростью надо сделать по сотне, по 1000. И нужно еще отдельную менюху будет сделать. Сейчас они вот по кругу ходят. Ускорение тормозом, да, чтобы он останавливался быстрее. Потому что почему? Если нам нужен плавный разгон, например, вот сейчас вот такой, да, и скорость пусть будет у нас 5000, оно будет прям вот медленно разгоняться. И, соответственно, также медленно будет тормозить. То есть надо сделать, чтобы ускорение в правильном направлении торможения было. Отдельная настройка, то есть у меня подключена сейчас педаль, вот, то есть мы, допустим, здесь берем ускорение, там, ну пусть будет 5000, вот, крутится, и, например, мне надо, чтобы обратную сторону было, то есть он крутится, я отпускаю педаль, нажимаю еще раз, когда уже в другую сторону, он останавливается плавно и плавно разгоняется в другую сторону. Больше ускорения. Вот. Нужно сделать еще обязательно, чтобы вал останавливался всегда вот в таком положении. Ну или в том, в котором ты начал, да, чтобы удобно было открывать и закрывать. Пока я что-то не пойму, как это сделать, надо поэкспериментировать. Мотор может вращаться в двух режимах, либо с постоянным вращением, либо по координатам. Наверное, нужно сделать, чтобы он вращался по координатам, то есть ехал в бесконечную координату, а останавливался в деленной вот в этом положении. Да? В общем, такая вот штуковина.